В общем-то, ребята, всем привет, с вами Край. Что я хотел на самом деле, не знаю, сказать, не сказать, в общем-то, ближе к делу. Наш товарищ, подписчик с Твича, прислал мне пару видео, вот этих две. Вот я посмотрел, на самом деле, ну вот этот прям будет топовый. Вот, и я его сегодня, скорее всего, залью. Давайте просто посмотрим. Мне очень сильно понравилось. А вот, а вы, в принципе, оставьте свои комментарии ниже под видео. Стоп. Вот сейчас... Блин, я не могу отмотать, наверное. В общем-то, обратите внимание вот на этого персонажа. Сокол 228-228-228. Он все время пишет «Умирай». Смотрите внимательно. Я просто не мог это не оставить, на самом деле. Ну, блин, ну зачем вот так вот писать, если...
Может быть, какой-то шанс есть. Маленький, конечно, но есть шанс. Как бы тут безвыходная ситуация, на самом деле. Вот. Пишет, пожалуйста, умри. Вот это меня просто больше всего бесит, такие люди, блин. Не играйте. Если не нравится, не играйте, блин. Просто так бесит, на самом деле. Вот, а вот этот товарищ, наоборот, блин, поддерживает, блин, нашего шпица. Вот это мне очень сильно, на самом деле. Вот в этом моменте, я прокомментирую сейчас, ему очень сильно повезет. Ему реально очень сильно повезет. И от пантеры, блин, и так, блин, еще помимо этого. Очень сильно повезло. Ну, в принципе, и так понятно то, что КВ-2 на КД еще пока. Вот. А вот теперь вот как раз-таки, вот этот вот момент, на самом деле, вот меня очень сильно порадовал. Реально, очень хорошо сыграл, в принципе. Повезло и хорошо сыграл. Вот правильно. Ему и то сразу же далось. Побольше бы таких моментов. Реально, парень красавчик, затащил. Очень хорошо сыграл. И повезло, и это как там, и хорошо сыграл. В общем-то, ребята, кто думает, что по этому поводу, пишите свои комментарии. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео. Не понравилось, поставьте дизлайк. Ну, вот, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и на сервер Дискорда. Всем спасибо и всем пока.